В баскетбольном центре «Химок» стартовал 10-й турнир памяти Александра Петренко. 4 команды сразятся на паркете: МБА «Москва», «Купол Родники» Ижевск, «Зенит Фарм» Санкт-Петербург. Защищать наш городской округ будут «Химки» Подмосковья. Турнир памяти капитана команды БК «Химки» проходит каждый год в преддверии сезона. Сам Александр Петренко трагически погиб в автокатастрофе. За свою жизнь спортсмену удалось сыграть во многих командах, но серьезных успехов Петренко добился именно в «Химках», цвета которых он защищал на протяжении 4 сезонов. Сегодня этот турнир проводят, чтобы почтить память капитана команды и попробовать свои силы перед стартом. Соперники приехали, как и в том году, достаточно сильные, хорошие. МБА и Ижевск очень опытные, сильные команды, с которыми предстоит бороться впервые. А «Зенит» – молодая, подвижная команда, которая тоже очень хорошо бежит и схожа стилями игры, как мы. Результаты первых матчей уже известны. «Купол Родники» выиграли у МБА со счетом 84-69. Также ведут «Химки» Подмосковья. Второй период игры с «Зенит Фарм» для них выдался непростым. Однако наши баскетболисты отвоевали 5 очков. Счет 82-77. Результаты всего турнира будут известны уже завтра.